Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем нашу аналитику, безиндикаторный анализ основных валютных пар. С вами Кирилл Рудович. Напомню, что доступен для вас чат. Пожалуйста, задавайте тогда свои вопросы, пишите ваши комментарии, пожелания. Возможно, кто-то хочет поделиться своими мыслями в чате. Все это возможно после авторизации в личном кабинете. А для тех же, у кого пока еще личного кабинета нет, вы его можете зарегистрировать. Регистрация кабинета бесплатная, 2 минутки вашего времени, и у вас уже будет свой личный кабинет, уже сможете, собственно, получить доступ к чату, получить доступ к торговым платформам, открыть торговые счета, учебный счет, реальный счет и дальше уже работать на рынке. Я же напомню, что проводим мы анализ без использования индикаторов, смотрим уровни поддержки сопротивления, смотрим, как себя ведет цена на этих уровнях и дальше уже принимаем решение. Начнем с календаря экономических событий, а дальше уже переключимся на графики. Итак, сегодня у нас понедельник. В понедельник какой-то активности сверх активности, даже так можно назвать, ожидать, конечно, не стоит. Как правило, идет все довольно вялая торговля и в ключе, как правило, прошлой недели. Итак, на сегодня у нас, что у нас есть? У нас есть немножко по Японии статистики, плюс на 19.30 у нас запланировано выступление главы ЕЦБ Драги. Ну, добавим то, что на прошлой неделе он тоже выступал и ничего особо дельного, стоящего для евро не сказал, да? Вот, ну, я думаю, что в этом же ключе будет выступление. Но посмотрим, что же там ответит Драги. Заодно на завтра смотрим. Завтра вообще практически чуть ли не выходной день, да, тишина полнейшая. Ну и среда, вот ближе к среде уже немножко по штатам статистики. Запасы нефти плюс протокол заседания по открытым рынкам ФРС США 21 час. Поэтому как бы среда такая будет, ну, скорее кульминацией нашей торговой недели. Что ж, давайте посмотрим сейчас на графики, что у нас здесь, какова ситуация, какие у нас тут сделки есть, нету и так далее. Ну, как видите, я все-таки дождался, да, движения по газу, рассказывал я вам всю прошлую неделю, наверное, уже надоел своими комментариями по поводу того, что этот актив обязательно выстрелит. Как видите, он выстрелил, но это еще далеко не все, на что он способен. Ладно, дойдем до газа, тогда вам уже похвастаюсь достижениями, да, сейчас по еврозоне, по евро-доллару. Что у нас по евро-доллару? Пока решил я отложить покупку одну отложенным ордером, не дотянулись до него пока. Вот, я думаю, дотянутся. По поводу стопа здесь около 26 пунктов, в принципе, совсем уж немного, 27. Ну, а по целям, ближайшая цель здесь порядка 90 пунктов, 92, поэтому, собственно, есть куда двигаться, есть к чему стремиться, я думаю, что можно, собственно, держать. Так, вижу комментарий, уже кто-то купил евро, ну, в принципе, у меня пока именно такая логика. Конечно, насчет гарантии того, что до отложки дотянутся, конечно, какие-то могут быть гарантии, но я думаю, что все-таки клюнут, да, то есть все-таки кольнут, и цена пойдет в нашем направлении, то есть перспективы, горизонты я вам по евро-доллару очертил, да, то есть долго держать позиции тоже не стоит, но в целом же перспективы довольно-таки неплохие. Я думаю, что все должно пойти в том ключе, в котором, в принципе, сделка и смотрится. Это что касаемо евро-доллара. То есть покупки либо с лимитки, либо если кто-то боится упустить сделку, я всегда советую, ну, заходите с макушки. Да? 1.0650 тогда байстоп выставляйте, тогда, ну, наверняка при развитии восходящего движения вашу сделку обязательно заберут. Да? Ну, а выше пилотаж, скажем, зайти на хвостах, это бай-лимитами, конечно, бывают промахи, бывает, что не хватает буквально 1-2 пунктов, но это уже, скажем, технические моменты, о них переживать не стоит. Дальше, следующая пара, это у нас доллар, швейцарский франк. А здесь все то же самое, только в обратную сторону, только, собственно, к продажам, и, в принципе, ну, по франку можно уже говорить о продажах, можно как раз таки по франку уже в шорт и вставать потихоньку, хотя, ну, если так по стопу смотреть, здесь вообще по стопу около 20 пунктов набегает, можно попробовать открыть продажи, но единственное, я напоминаю, что
Евро-доллар, доллар-франк – это скоррелированные пары. Я уже, наверное, оскомину набил рассказывать вам про это, но все равно встречаются трейдеры, которые открывают встречные сделки, и как бы я ни объяснял, ни рассказывал, что это одно и то же, все равно почему-то не согласны с этим. Ну да ладно. Мое дело еще раз напомнить, а как уже будет поступать трейдер, как будет принимать решение, это уже, что называется, второй вариант, второй ответ. А дальше, по фунту посмотрим картинку. Но фунт уже немного отъехал, в принципе, я имею в виду от уровня, да, но обратите внимание, что вниз он не идет. С фунтом пока сложно, на прошлой неделе, в пятницу наш шорт, по-моему, открывали, по продаже наш получилось все с продажей. Аккурат, такое слово какое, да, аккурат, аккурат до цели и доползли, вот, а сейчас же, ну, настораживает, собственно, вот это вот замедление, вот эта расторговка, не то, что настораживает, скорее дает задуматься, что, вероятнее всего, движение вниз пока исчерпало себя и больше смотрится, скорее, поход наверх, да, чему я, конечно же, не удивлюсь, поэтому по фунту, я бы закрыл шорт, если у кого-то открыт еще, да, и подумал бы, собственно, о возможностях зайти в покупки. Но по фунту пока не совсем надежный вход, даже не то, что надежный, но не очень техничный. Поэтому, собственно, фунт мы, пожалуй, оставим без внимания, тем более есть куда более сговорчивые, куда более интересные инструменты, по которым можно зайти также красиво, технично, но куда с более меньшим риском. Но по фунту пока тоже аптренд смотрится. Дальше, доллар-иена. Ну, по доллар-иена тут такая картинка вырисовывается, да. Я вам уже обозначал, что, возможно, с этого уровня мы... уйдем вниз, да, то есть 110.33, вплоть до 105.54. Где-то здесь на уровне мы можем развернуться, но пока наблюдаем просто за этой картинкой. Возможно, где-то здесь сигнал для продаж у нас и оформится. Пока же я, к сожалению, сигнала этого не видел. Да? То есть тут еще точно сказать не берусь, но вот где-то здесь на уровне 110.30. Уже надо что-то искать, что-то смотреть, да, но пока по иене такая, собственно, картинка, восходящий тренд немножко заканчивается, пытается его сломать, но не знаю, насколько это все эффективно будет, насколько будет это активно, да, вот, поэтому пока что по иене ожидаем продажи, понятно, что эти продажи могут быть не сразу, то есть может быть через некоторое время только продажи. Дальше. Австралийский доллар на прошлой неделе совсем не радовал, потому что прогнозы очень противоречивые были, сигналы. Вот, поэтому, собственно, картина такова. Да? Ну, начинает немного подымать голову для аптренда, но сигнала хорошего для входа в покупки, по крайней мере, не вижу. Хотя вот я и обозначал еще на более старших таймфреймах, ну, не на более старших, на старших таймфреймах, что возможен. Возможен откат до отметки 0.7471. И здесь, вероятнее всего, будут у нас шорты, будут продажи. Но, как видите, пока этого отката только-только начинается этот откат. Как что-то проявится, тогда можно наблюдать. Сейчас же я все-таки думаю, что австралиец не самый лучший инструмент для открытия позиции. Но тут уже... что называется, на любителя, да, если кому кто-то торгует, только австралийцы, ну, можно рассмотреть какие-то лонги, тем более и по евро довольно-таки неплохой вход намечается, и по золоту у меня тоже отложка выставлена, поэтому, ну, смысл сейчас в австралийца залазить я не вижу, тем более, ну, не совсем здесь так технично он отрабатывает, но не так, как хотелось бы. Похожая картинка и с соседом австралийца, новозеландским долларом. Ну, пора бы, конечно, уже закончиться, да, этому движению, либо как минимум откорректироваться, что мы, собственно, и видим, да, что начинается небольшой подхват, коррекция, о том, коррекция это либо смена тренда, мы можем судить только здесь, где-то 0.7060, да, если мы пробиваем этот уровень, двигаемся наверх, то это может говорить нам
о развороте, о смене текущего движения и, вероятнее всего, о дальнейшем подъеме наверх. Но пока цена выше этого уровня не уходит, мы же можем только, знаете, оперировать вероятностями и предположениями. Может, уйдет, а может, не уйдет. Поэтому пока наблюдаем, пока модель завершит свое формирование. Как только завершится формирование модели, тогда можно уже принимать какие-либо действия к покупкам, там, собственно, искать лонги, да, то есть искать только лонги еще. Это не значит, что надо уже заходить. Дальше по нефти. Ну вот 47 оперлись, да, и дальше движение. В принципе, ну, я неоднократно говорил, что очень высока вероятность восстановления до отметки 50, 51.70. Откуда мы, собственно, падали, очень высока вероятность восстановиться до этих же уровней, причем ну, в ближайшей перспективе. И это несмотря на там, разногласия по поводу там, стран ОПЕК, нефтедобывающих стран, по поводу сокращений добычи нефти и так далее. Но пока же, как мы видим, что с понедельника, еще даже небольшой гэп был, придерживаются инвесторы другой точки зрения и решают, что пора бы нефти подняться в цене, подорожать, да, что мы, собственно, и видим на рынках, поэтому покупатели пока, ну, придерживаются, знаете, как говорят аналитики, оптимизма, да, то есть, собственно, двигают цены наверх, ну, я думаю, что движение продолжится, единственное, что насчет открытия сделок сейчас прямо по нефти не самый лучший вариант, потому что сигнала как такового нету, можно попробовать посмотреть на нефтезависимых парах, то есть канадский доллар, российский рубль, да. Возможно, что-то там будет, какая-то возможность. По канадскому доллару, как видите, идет вслед за нефтью, да, укрепление, причем идет так довольно-таки активно. Активно снижение. Оперлись мы на уровень, видите, первая остановочка. Возможно, пробитие этого уровня и дальше уже развитие движения вниз. Как раз таки с этого пробить по канадцу можно попробовать и зайти в продажу, да, если, собственно, это получится. Вот. Ну а пока же нам остается только следить за ситуацией, следить за остановкой, ну и наблюдать, что из этого получится, что не получится. Дальше доллар-рубль. Доллар-рубль аналогично укрепляется, да, ну понятно, по нефти-то какое укрепление идет. То же самое с рублем. Оба, открылась у нас сделка еще и по золоту. Тоже просмотрим, разберем эту сделку. Вот, я думаю, что где-то до отметки тут 63.40 вполне возможно укрепление. Дальше надо следить за поведением нефти, да, то есть в какую сторону пойдет черное золото, но я не думаю, что рубль там больше этой отметки укрепится. Вероятнее всего, где-то возле этого уровня пока и будет ходить, пока и будет двигаться. Да? Поэтому ну, по рублю пока думаю, что проедем еще по инерции, а дальше уже надо следить и наблюдать. Да? Надо наблюдать за картинкой и принимать какие-либо действия. Сейчас же, ну, не самый лучший момент для входа, разворот, надо было, если заходить, надо было заходить на развороте немножко повыше, а сейчас такая, знаете, зона раздумий, и лучше, конечно, в эту зону не попадать, в принципе, ни по-хорошему, ни по-плохому. Вот, поэтому я думаю, что по рублю мы его тоже оставим без внимания, тем более вы, наверное, обратили внимание, что не так часто у нас бывают сделки по рублю, было парочку, ну и вообще, если так брать историю торговли с рублем, то у меня как-то нейтрально, да, не, вроде не заработал и не потерял, то есть что-то около нуля по поводу рубля. Дальше, золото, по золоту сейчас открылась покупка. Решил я все-таки зайти в лонги. Единственное, что надо было раньше заходить. Ну, первый вход, это был вход, где у меня сейчас стоит стоп-лосс. Вот это была отметка. В принципе, она читалась, но, к сожалению, я просто-напросто по времени-то не успевал. Посмотрите, ну, 6 утра, да, по нашему времени, ну, никак, да, то есть я в это время за рынками не слежу. То есть у меня это ну, очень раннее утро. Поэтому, собственно, вход упущен. Но добавочка на развитие событий. Я думаю, что мы ну, дальше поднимемся. Первая цель здесь 12.30. Первая отметка, да, вторая отметка, я 12.60 ее отметил. Я думаю, что 12.30 мы
пройдем, вполне возможно, даже сегодня, ну, по крайней мере, попытаемся хотя бы проколоть, пробить, да, вот, а уж 12.60 это так, расчеты на неделю, может, где-то там в какой-нибудь среде, и пробьемся, да, к этой отметке, но, может, не пробьемся, так что по золоту пока... Пока лонг, я думаю, что все-таки восстановится золото. Ну, 12.20-12.21, ну, скажем, с большей долей вероятности. Насчет 12.30 подняться, ну, я думаю, поднимемся только немножко попозже. Да? Но если по неделе смотреть, то сегодня, в текущей неделе, мы, видите, подхваты. Да? То есть вот он, собственно, это такая... Серьезная поддержка у золота, поэтому и направление идет именно с этой отметки, именно отсюда. Вот, так что стоим, наблюдаем, ну а по стопу, ну так, стоп чувствительный будет, да, но и объем тоже не маленький. Вот, в любом случае, если желаете сейчас зайти, тогда правильно рассчитывайте объем позиции, не берите повышенные риски. Я думаю, что лучше все-таки потом на 12.31 где-то долиться, 12.31, да, долиться, добавиться, чтобы на 12.60 можно было замахнуться и спокойно посидеть, да. Но, собственно, опять же, золото такой коварный довольно-таки инструмент, и могут быть неожиданности, могут быть сюрпризы, поэтому будьте осторожны и внимательны. Похожая ситуация сейчас и по серебру, видите, начинать на такое этакое восстановление, ну, по сути, даже оживление на всем рынке металлов. Вот, и по серебру идет подхват. Думаю, что аптренд у нас продолжится. То есть восходящий тренд мы продолжим. Ну и гвоздь программы, да, то есть наш коронный движение по натуральному газу. Эту сделку мы уже сопровождаем с 14 ноября. Плюс еще доливки были 15-17 добавки. Уж очень он технично шел. Плюс сегодня, конечно... такое открытие с хорошим гэпом, насчет, не знаю, будет ли закрыт гэп, не будет, но перспективы все-таки подталкивают к тому, что, возможно, этот гэп даже не закроет, по крайней мере, сегодня, возможно, что будет настолько сильный подхват, что вырулим мы наверх. Пока же по целям, ну, вот отметку я закинул, там 3.36-3.40, понятно, что может даже и раньше придется закрываться, что-то там частично сбрасывать при подходе, но в целом даже сейчас уже ну, не такая огромные объемы и дают уже вполне неплохой результат, вполне неплохую прибавку, но это только треть от планируемой прибыли, да, от планируемого взятия, вот, поэтому будем, ну, по газу выжимать все, что только можно из этого инструмента выжать. Тем более не так часто у него тут зарождаются хорошие тренды. Ну, придется посидеть. В целом же рассчитываю, что сделка, возможно, как раз-таки на месяц и растянется. Да? Может месяц, может чуть больше, там плюс-минус день. Но до Нового года, я думаю, что справимся, зафиксируемся, закроемся, и можно будет уже подводить итоги. Насчет вот этого гэпа, еще раз повторюсь, пока есть вопросы, будем мы его закрывать или не будем, но в целом же, ну, видите, да, ну, давайте так. Сейчас цена, видите, образовала здесь уровень, да, 3.05, грубо говоря, и тут сверху поторгалась, ушла вниз, уже снизу торгуется, и есть такие, знаете, предположение, что все-таки будет откат, да, то есть закрыть гэп, и от гэпа мы рванем дальше. Но не буду, скажем, пока загадывать наперед, вполне возможно, что просто пробьем, даже не будем закрывать гэп. Но в целом вы должны обратить внимание на эти уровни. Да? Так, просят по фунт-доллар повторить. Ну, давайте повторим, раз уж просят. По фунт-доллар общая тенденция пока наверх. То есть, возможно, будет у нас откат где-то сюда, к этой зоне. А на 1.2360 можно попробовать поискать лонгов и зайти в покупки. По крайней мере, пока именно так и смотрится. Вот. Ну а в целом же динамика пока наверх. Я думаю, что мы еще немного откатим. Пробьем вот этот уровень 1.24 и, возможно,
поднимемся немножко повыше. Да? Но так как ввиду ситуации с Брекситом, с выходом там, Евросоюза и прочей спекуляцией, фунт, конечно, растерял свою техничность и не всегда читается его движение так, как хотелось бы, поэтому будьте осторожны и внимательны. Да? Может, конечно, идти выход наверх без теста вот этого уровня. Вот, поэтому по фунту пока каких-то рекомендаций вам не даю серьезных, но рекомендация здесь одна, будьте внимательны, да, и наблюдательны. А вот, собственно, такой обзор на сегодня основных валютных пар. Напомню, что это понедельник, плюс еще выступление Драги впереди, поэтому будьте осторожны. Отложка по евро у меня пока лежит, но думаю, что ближе там к 6-7 часам, возможно, придется ее либо подкорректировать, либо ее убрать. На этом же все. Я с вами сегодня прощаюсь. Напомню, что в 18 часов у нас сегодня стартует базовый курс, первая часть. Рассматриваем азы работы на рынке Форекс. Кому интересно, пожалуйста, добавляйтесь, присоединяйтесь. Что-то новое узнаете, что-то уже знаете, обобщите и, собственно, поработаем. На этом все. Всем хорошего дня и до встречи в 18 часов.